На прошлой неделе мы рассказывали о строительстве в центре Красноярска нового гостиничного комплекса. По мнению депутатов городского совета, объект возводят с серьезными нарушениями, поэтому стройку нужно прекратить. И вот первая же проверка подтвердила опасения депутатов. Масштабное строительство развернулось недавно фактически на месте сквера между гостиницей «Красноярск» и торговым центром «Хамелеон». Застройщик ООО «Красноярск Инвест» получил от администрации города разрешение на возведение здесь гостиничного комплекса. Странным выбором площадки для будущего отеля заинтересовались депутаты горсовета. Привлеченные ими эксперты выявили ряд нарушений. В частности, проектирование гостиничного комплекса вышло за рамки отведенного участка. По сути, объект займет весь земельный участок, а все остальное, там, включая парковочные места, оно должно быть где-то в воздухе. Хотя любой проект, он предполагает учет санитарных, строительных норм, по которым внутри земельного участка должна быть вся инфраструктурная часть. По результатам экспертной оценки депутаты направили запросы во все надзорные органы. Накануне был получен ответ из краевой службы строительного надзора и жилищного контроля. Первая же проверка подтвердила, опасения депутатов не беспочвенны, и строительство гостиницы действительно ведется с нарушениями. Из ответа службы стройнадзора и жилищного контроля на депутатский запрос. Расположение ограждения строительной площадки объекта в непосредственной близости от здания гостиницы «Красноярск» частично не соответствует требованиям проектной документации. Застройщику выдано предписание с требованиями устранения выявленных нарушений. Проверки на стройплощадке продолжаются. Например, сейчас этим занимается служба по контролю в области градостроительной деятельности. Депутаты надеются, что не останется без внимания и их обращение к главе города с предложением отменить разрешение на строительство.